Приветствую всех зрителей и подписчиков канала, а также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Блин, катали контракт, в первой части произошла такая фигня, как... У меня свет моргнул. Вот, поэтому... Поэтому данный ролик, блин, будет разделен на две части. Будет часть первая, часть вторая. Вот, пришлось немножко тут заново начать. Я оказался на АЗС-ке, а Витек оказался в гараже, поэтому пришлось ждать, пока он доедет. Вот, сейчас он цемента загрузит, и мы его вот здесь на повороте как раз встретим. И продолжаем контракт выполнять. Ну, хреново, конечно, что так получилось. Я думал, все будет в один ролик, но ничего не поделаешь. Ладно, в два так в два. Как бы страшного, конечно, в этом ничего нет. Просто это мне дольше потом на YouTube все это дело выкладывать. Так, ну где-то здесь нам нужно его и ждать. Так, давай посмотрим карту, где он там. Ну, а он уже тут. Ха-ха, Урала объезжает. Что, мешается Урал, да? Говорил, давай уберу. А ты что, на завод опять попер, что ли? А, Витек. О, блядь, тут прямо оказывается. Конечно, прямо езжай и выйдешь прям на меня, я тут уже жду тебя. Ладно, нормально же общались 5 минут назад. Ну, я же тебе сказал, со склада поедешь, это, не езжай на завод, а ты зачем-то опять туда поехал. А, хуй его знает. Где он там, в горку заползти не может, что ли? Ебать, скоро там нихуя не есть. Сейчас прикинь, опять на переходе. Херак, блядь. И все заново. У мамы спросите. У мамы так что спросила, они. Ну, я тоже не знаю. Не брал эту проводную мышку, да? Значит, она... Че, куда едем? Вон, не спеши пока, сейчас буду прокладывать. Так, что тут у нас? У нас получается завод. Серийный погрузчик. Так, серийный погрузчик давай сначала.
Поехали, тут первая выгрузка недалеко. Но по хреновой дороге поедем. Не в первый раз. Тут же завал был из камней, мы же с тобой его убирали. Да ты чё, ёбаный? Чё, не вошёл? А просто не поворачивает, едет прямо и всё. Ты это называешь здоровый? Ну, типа того. Так, а чё, блядь, теперь на завод как-то надо? А на завод я знаю, как мы проедем. И сюда, сюда, сюда. Знакомая дорожка. Чё, погнали дальше? Да. Знакомое местечко, да? Но мы тут с тобой уже ездили. Ну, вроде...
Он без полного привода едет, неплохо. Но я знаю, что он без дифференциала едет неплохо. Но не всегда. Ты чё там подзастрял? Да, не особо. Ну чё, сопроводить тебя, погнали балки выгружать. Ну-ка, тормози-ка, стой. Надо же глянуть, что там это следующее будет. Блять, а там потом какие-то грузовые контейнеры опять грузить. Да хуйня.
Ой, блядь, а где грузовые контейнеры там, блин, грузить? Опять бетонная плита какая-то. Ладно, сейчас Витёк разгрузится. А теперь смотри, короче, у нас есть грузовой контейнер, да, он 4 слота занимает, и нам нужно 2 сука, бетонная плита тоже 2, блядь, занимает. Хер мы сейчас увезем за раз. Я могу контейнер взять? Их 2. Ну, давай, их 2 я возьмем. Давай. Пенни. Сейчас буду смотреть. Походу на горную реку ехать придется. Да, на горную реку ехать придется. Сука. И там же плиты бетонные, так что нам все равно туда ехать. Давай это, перерыв минут 10-15 сделаем. Меня там эта жена кушать зовет. Что, заводался? Да, паркуйся тут на камнях, ну. Или ты рыбачить за карасями пошел? Да. Караси, судаки. Заглушить не забудь. Ладно, давай, я сейчас быстренько. Давай. Так, ну да, запись, как обычно, на паузу. Так, перекусили мы тут в кафе у дороги, блин. Что-то Витёк стоит. Ну, машину завел. Ну, наверное, топливо в него до хера, что ему делать-то? Что, запахал? Ну, конечно.
Это не желал. Так, закинул, да, дальше поехали. Подожди, я что-то опять свалил. Стой, стой. Поехали. Чё там у тебя в машине, руль отвалился, что ли? Да, руль отходит. Что, встал? Ага. Да надо было по тому краю, по снегу. Блин, я говорю, капец, да, контракта? Прикинь, в одного, блядь, ну, выполнять. Ну, выполнял бы до отлета.
То есть заправляться не надо? Ну надо, 13 литров осталось. А я заправлюсь. Я тоже. Блин, он гребет как зверь. Толку, блин, мало чего от этого. И жадно хватает воздух просто, блин. Ты где там потерялся? Почти уехал с полного привода. Я, блин, думал, ты за мной едешь, тут горцую по льду. Вовремя ты сейчас. Базара нет. Я видел, что ты там летишь, блядь, на пару на всех парах, блядь. Или вошел бы ты. Так, что тут у нас? Ну что, мы сейчас зачем едем? За бетонными плитами или за контейнерами? Контейнера. Так, контейнера, да? Сначала самое тяжелое.
Потом вдвоем возьмем бетонные плиты. А за контейнерами это в северный порт надо валить. Поехали. Дальний рейс сначала. Почему? А потом поближе. Выполнять все равно все придется. Да тут, в принципе, по хорошей дороге, пофигу, можно быстренько. Мы уже, считай, добрались до перехода. Так, ну давай смотри, где тут у нас чё. Охереть. Нам через всю карту ехать, бля. Чё, в первый раз?
На бобра 6 мест. Кого надо? На бобра 6 бинс. Рецепт. Как бы контейнера забрали по плите. Мы можем это в принципе сделать. Мы же через гараж поедем. Что, будем менять? Лазим. Давай тогда заедем в гараж, поменяем. Сколько контейнер занимает? 4. Плита 2, да? Плита 2, да. Вот как раз. Давай. Ровно в 6 мест. Давай, давай, сейчас все тогда в гараж заезжаем. Мы все равно через него прям едем. Но мы без топлива, блин, остаемся. И придется заправляться. На шестиместке? Ну давай поглянем, не помню. Так, ладно, давай заправимся тогда сразу. Этот продаем. А где вот он шестиместный? Есть пятерочка. А вот он, есть шести, да? Полупроцеп 6 мест. Ну, у меня написано Delta 6 слот сайдборд семитрейлер. У меня на английском все. У тебя что, на русском? Да. А, блин, да, если такой, сейчас я его возьму тоже тогда. Средний прицеп, мало места. Так это ж вроде ураловский, да? По высоте не входит, блядь. Как раз по контейнеру по пути нормально. Ну так-то да. Но он длиннючий, блин. Есть такое. Можно здесь загрузиться полностью.
сначала контейнера, а там уже посмотрим. Ну да, да, за контейнерами едем. Ну контейнера по 4 места занимают. Блин, вроде знаю же, что надо ехать по нормальной дороге, ну типа по асфальту. Что меня эта метка смутила. Так, а в Белую долину можно будет потом по той стороне пройти, но там уже по херовой дороге придется. Вот здесь вот по вот этому повороту, по-моему, как раз до Белой долины можно доехать. Так, что там у нас? Грузовой контейнер. А блин, грузовой контейнер 2 места занимает. Ну ладно, бери себе один, чё. Надо искать это, где плиты. Плиты сейчас посмотрю. Плиты, по-моему, нам переходить опять на другую карту надо. Да, плиты в горной реке. Так. Черная цистерна, не ебаный вот. Ну поехали. Сейчас, погоди, надо же маршрут проложить. Так, а как бы нам проехать-то так? Блин, я почему-то думал, что он 4 места занимает. Ну да, что мы просто там их как раз полный проект. Мы бы так бы, да, и на тех прицепах бы увезли бы все. Так,
так мало заданий по 12. Как раз два таких концерта. Ну да, может быть. Что ты решил запретить? Ну, блин, по другой дороге едем, но... О, блядь! А я тут камень не заметил и упал. Ну, ты куда упал? Перевернулся, блядь. Получение какое-то валяет. Куда ты перевернулся? Рядом даже. Блин, нифига себе, в натуре там это улучшение. Возьми улучшение. Ладно, хер с ним, с этим улучшением, блин. Надо как-то меня поднять. Вот чё, почему его тут не видно? Чё-то хер раз два, да? У меня груз останется, если ты меня поднимешь, потому что тут эти штуки, ну... Да назад не вытянешь, ёлка мешает. Я хер его знаю как. У меня лебедка не автономная, блядь. Была бы автономная, я бы тут бы за дерево бы хоть бы зацепился. Вот так же я, только на камень, блядь.
Блядь, в натуре эпичный заказ просто, ёкарный бабай. Что там, никак не проехать, да? Да нет, здесь камень. Вряд ли ты проедешь. Вот да, вот с этой стороны, если бы тебе как-то подцепиться ко мне, не знаю, но тут хер хватит этого, да? Да. Оттуда ты меня поднял бы, конечно. Просто я тебя не вижу. Вот так, ну-ка пробуй, какие лебедку хватит, нет? Да, ты как раз прям напротив меня. Зацепил? Нет, наверное. Нет, нет, не зацепил. Ты дерево зацепил. А сейчас? Дерево опять. А вот чуть дальше дерева я. Нет, 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 нет. Опять такое ощущение, что дерево, блядь. Нихуя не видно вообще. Ну я вот тебя вижу, то что ты там задом сдаешь. Во, ну-ка пробуй. Во, зацепил, только хуй знает за что, за верх или за низ. Давай, 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 почти поднял. Упрись в дерево, не? У меня уже двигатель даже заводится, блядь. Нет, ты меня так потихонечку болтаешь, но поднять ты меня не можешь. Ну давай, 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 чуть-чуть, блядь, еще, давай. Не, фигушки. Собака. Да блин, мощи не хватает.
Перевернул? Да, погоди, встал. Ага. Причем и груз на месте. Понял, какой прицеп охеренный. Даже хуёво не советовал. Место охуенное, да? Вообще пиздец. Слушай, надо улучшение забрать. Ну, ныряй. Как ты? Во, отлично. Может, тебя вытащить? Да, я надеюсь, выйду. Тут, короче, этот поворот дебильный, блядь, из-за камня. А я из-за веток камня не видел, короче. И меня просто бах вверх подкидывает, и я на бок, короче. Нормально что? Че? Еще скоротить путь, проебал 2 часа. Да не, я тут не то чтобы скоротить, тут по сути так же ехать. Ну просто, блин, не все же этому интернешнл, блядь, кататься по хорошей дороге, блин. Пусть немножко и в грязи повозится.
все, выходные мне башки поставили. Чего? Выходные мне уже башки поставили. Нихуя не понял, ты тихо говоришь. Ну, задейтесь так просто. Понятно. Ты груз упаковал? Конечно. Уверен? 100%. Ну, пока то, что он вообще криво стоит. Показывает, что криво стоит? Нет, упакованный. Видишь, я по каким тебя интересным дорожкам катаю. Где бы ты без меня бы так прокатился бы? Я уже катался и без тебя. До Белой долины? Я говорю, да, плит доедем. Плиты загрузим и перекрутим. Ну, давай. И у этого зверя уже движок сплавится справа. Ох, в горку ему тяжело вообще, капец. Так, ну-ка стой, попробую я в Дискорде Витька погромче сделать. Ага, хрена, блядь, на всю стоит. Не, блин, зарываться начинает. Под себя придет, не едет нахуй. Не, я на пониженной с дифференциалом. Я вообще без ничего.
Ждем Витька. Я тебя жду, Витек, тут. Возле лужи большой. Сильно большой. Да, проходится она нормально, легко. Ну да, хуй нам пониже. А я не знаю, что ты коробкой не пользуешься. Она выручает реально, блин. Поеду ли я сейчас? Блин, погоди, я думаю, что он у меня дергается, как в конвульсиях, а у меня 5 литров топлива осталось, блин. Признаки эпилепсии, что ли? Ну, блин. Это его предмет, если у машины такая залупа. Нет, топливо залил, все, поехал. Не слышу. Ты что, эконом стоит? Ага, ну да, конечно, эконом. Жрет как танк. Блин, так весь двигатель запарю, блядь, с этой повышенной. Надо же успевать ее выключать вовремя, либо переключать. Ну, просто настроена у меня передача на шифтер. Не всегда успеваю рукой дотянуться. Без полного привода, без пониженного. Не, я пользуюсь и пониженной, и повышенной. Блин, из-за этого прицепа бывает, что не видно машину. Как вот я на камень налетел.
радиатор сплавится. Да не, радиатор-то там нифига, он захватывает воздуха, капец. А если учесть еще, что на улице холодно? Не видно, что у него там теплоходение в сфере. Кого? Влево надо было. Влево, да, на переход. Разве ты меня пригревается? Печку включи. Что, у меня аж движок сам включается. А у меня это, я, короче, с повышенной на автоматом, ну, либо на пониженную, не успеваю переключаться. Он у меня из-за этого портится, короче. Блять, нам на такой склад ехать охеренный. А нам что нужно сейчас? Бетонные плиты, да? Ебануться, тапки гнутся, блядь. Что, далеко ехать? Да нет, там просто заезд охерительный. Ну поехали, чё. Там бы прицеп поменьше. А склад вот здесь, прям под мостом. Других хуй. Ну я хер знаю, как мы сейчас сюда будем заезжать. По горам, блядь. И на этот склад заезжать надо только с этой стороны. Я, блядь, с другой стороны там заезжал. Там еще хуже. Тут капец просто. Склад в самом, блядь, таком месте расположен, интересном. Так, трубы нафиг, кирпичи нафиг.
Цемент, бетонная плита. Так, ну а теперь смотрим, куда нам тут что доставлять, белая долина. Так, у тебя одна и у меня одна. Да. А теперь нам надо в белую долину валить, да? Только перед этим надо будет покурить. А, ну давай, давай, пошли покурим. Что это так? Гони, чтобы езжать. Езжай там будем этой же дорогой. Да, этой же дорогой пойдем. Да ну нафиг, не лезь туда. А прикинь, я там выезжал, короче, на КамАЗе, блядь. И заезжал потом еще. Ну, когда выезжал, перевернулся на. Я что, развернуться, что ли? Теперь можно перейти. Ну, пошли курить. Поехали. Так, все, перекурили, погнали. Вот что значит не пользоваться передачами, а ползти все время на автомате. Thank you.
Слушай, у меня такое ощущение, что у тебя опоры у прицепа выдвинуты, и ты ими все подряд цепляешь. Ух, ну наконец-то добрались хотя бы до Белой долины. Так, где разгружаться нам? Завод. В принципе, неплохо. Так, ну а дальше что? Сюда и сюда.
Кого ты там крутишь, пятаки, а? Тихо, проехали, бля. Ну проехали, свернуть надо было. Не-не-не-не-не, зарывается. Нету минуса. Чего? Нету минуса, туда. Как не туда? Блядь, тебе на аэродром.
Хорошо, ж поехали в аэродром. А я почему-то думал, в одном месте выгружаем. Блин, руль такой потресканный, да? Прикольно. Блин, самолет этот вообще когда-нибудь улетит отсюда? Прикинь, за него 31 штуку заплатили. Че, гараж можно? Ты все, спать? Ну да, завтра на работу. Ну погнали.
Так, ну вот, собственно, прибыли мы в гараж. Вот так вот сегодня поработали наши американские старички. Неплохую работу сделали. Да, видео разделилось на две части. Ну, ничего страшного. Вот, сейчас тогда выложу вторую часть, пока она обработается, пока туда-сюда. Ну а завтра, наверное, будем уже прощаться с Аляской. Ой, хватит завтра. Уже я думаю, что... Что тут осталось? Два контракта, да? Ну, как бы 8 кирпичей и 4 бетонных плиты. Ладно, ничего страшного в этом нет. А тут у нас... Ну и также бревна. Ничего особенного. Единственное, что и в горную реку... Ну, значит... В горную реку повезем. Ну вот, на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых встреч.